Всем привет, друзья! А я начинаю украшать пряники. Наконец-то! Собиралась-собиралась, но наконец пришло время. Просто тянуть уже больше некуда. Здесь я сделала глазурь. Это у меня контурная глазурь, а это все заливные глазури для заливки. Вот такие цвета я сделала. Вот. Пряников у меня не очень много. Все, я начинаю украшать. Ну что, друзья, я начинаю. Эти глазури я пока не буду трогать, кончики надрезать. Надрежу только вот такую контурную глазурь, потому что сейчас сделаю сразу контур на всех пряниках, а потом уже, чтобы не пересыхало. Если у меня уже мокрая тряпочка, чтобы кончики не пересыхали, когда я их надрежу. Их уберу в сторону пока, чтобы они не мешали. Попробую, как будет тянуться. Можно даже немножко побольше отрезать. Чуть-чуть. Думаю, нормально будет. Все. Начинаем. Украшать я буду вот с обратной стороны. Все, и вот так делаю все контуры. Отрезаю кончик. Кончик отрезаю побольше, чем у контура, чтобы не так долго заливалось. Побыстрее. Все, и заливаю от краев. Вот так вот. Ой, шпажку не приготовила. Ну ладно, сейчас это сделаю зубочисткой. Шпажка удобнее, она подлиннее. И делаю точки. Так, я хочу сделать розочки мелкие. Не крупные. И вот тут вот. Темнее. И вот так вот. Сделаем розочки. Такие завитушки. А теперь зеленые листочки.
теперь делаем от розочки и к розочке, если она далеко. От розочки к розочке. Вот такой пряник у меня получился. Хочу поздравить всех женщин, девушек, девочек с праздником весны. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Всего вам доброго. До новых встреч!